Фольклорный ансамбль «Ох, тюрьма». Для приветственного слова на сцену приглашается руководитель Московской общины крымских татар Мустафа Мухтеремов. Селям алейкум ханумлар, эбе эфенделер, байрамнас хайрлоусун. Добрый день, уважаемые друзья. Большое спасибо крымским татарам. В последнее время повышенное внимание в ряду некоторых событий. Я их касаться не буду. Я очень рад, что уважаемый Анвер Умярович Хусаинов, что мы общаемся, что мы дружим. Я очень рад, что культурный центр наконец-таки зашумел, как говорится, начал устраивать мероприятия. Тоже в ряду событий, я не буду опять их же касаться, это уже дело прошлого. Я очень рад опять к тому же, я сегодня увидел своего друга, которого не видел 14 лет, Горхмаза Ахундова, он сегодня будет выступать. 14 лет назад мы устроили Курбан-Байрам, где были казанские татары, нижегородские, астраханские, крымские, азербайджанцы. Это было давно, 14 лет назад. Вот сегодня мы встретились опять на общем мероприятии. И хотелось бы, чтобы их было почаще и побольше, именно совместных. Потому что очень многие общины диаспоры округляются, что ли, в своих общинах. А нам надо общаться и нам надо дружить. Теперь о наших, опять же, планах. Почему говорю наших совместных? В этом году мы в Крыму провели футбольный турнир, тюркский, называется «Крым Айсерес-2014», в котором участвовало две крымстарские команды.